Голубой? Именно так. Голубой? Короче, я за мясом пошел. Ну что, видишь? Нажимайте потом. Ты не видишь? За мясом не пошел. Это. Будем играть в следующий раз. Я не поведусь на это. И что? Ну, а это расплата за то время, что ты провел столь закатывай. Хороший воин, ну, механический воин. Воин. И есть не просит, и молчит все время. Да-да, у тебя такая большая армия. Самая большая армия. Хороший воин, механический воин. Давай, ты прекратишь меня просит, убивать, и молчит все время. Ну, а кто? Это толпа мертвецов. Ну и куда твоя армия идет? И это твоя армия? Вот какая армия. Ну, знаешь, что хорошо, если бы он уместно вот это употреблял, вот эти фразы, во время кадра. Что? Я говорю, вот эта хуйта, которую вы нажимаете, циферки, если бы уместно вот это употреблялось во время катки, то есть прям в попад, то есть, ну, куда типа твоя армия идет, и ты типа, ну, поняли, да? Нажимайте. А, типа, если связан стрела, он сразу такой 68 бы сделал бы. Ну и что ты вызвал? А, знаете, что прикольно? Если бы бот на это реагировал. Победить! Да, победить! Попробуй это! Саву! А им все мало! The fuck? А. Вот это да! Отличный план! Доминанс! Доминанс! Ну, а я что говорил? Дай мне туда добраться! Ихвиль! Все будет сделано! Доминанс! Доминанс! Надо вот эти все штуки проиграть. И дурачком стать потом. Почему? Какие причины? Первая причина — это ты. Делаем ставки, кто первый сольется. Я. Походу ставки будут делать Алекс 4825 и Ларпус. 4825. Алекс 4825. Они сами перед собой ставки будут делать. И пытаться слить кого-нибудь из нас. Так, а типа меряться в силах. Кто более тащерный. А что это за такие лаги интересные? То есть? Интересно. Блин, у тебя рядом ритуальные камни, черт тебя побери. О, ну не вылетай, пожалуйста. Что Дахлу не нравится так. Дахлу. Это такое на полрубчика. Дохлый. Тыкнул на моба, он мне говорит, чё? Ну вот именно. Берсеки вообще охерели, блин. Чё? Тебе серки вообще охренели. Чё? 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 Это пацана поебало на. Чё? Опа, нихуя. Понимаю. Всё.
Сошло три стражника, вышло один. Сатанинские камни, они ритуальные, блядь. Все, пошел пиздить теперь город. Вот это двумя армии. Еще им давать. Нижний нужен вам, самый нижний. Что самый средний нижний? Средний заберем. Можешь забрать. Средний 2. Ну, нижний. Да. Нет, и вот этот посередине, который я не думаю, что он нужен. Вот этот, короче, заберу. Да. Что-то забыл Африта проконтролить. Ты бич, конечно. А зачем у тебя часовня там делает? Строит. Дегач, бас. Интересный персонаж. Он сразу на меня пошел, что ли? Кто? Надеюсь, нет. Я тоже. Блядь. Блядь, тут какая-то... Если это так удачно, какая-то пумба, конечно. Блядь, сидит. Пумба? Ну да, я вот справа, где такой, там, короче, наездик на пумбе сидит. Надо его отпиздить. Все, город тоже пиздит. Отпиздили пумбу. Пумба.
Матата. Куна Матата. Тимоны кто? Блять, эту штуку только что заметил. Которая фигня, дает же этот лагерь строгого режима, блять. Верхний самый год, мог хоть кто поспиздит. А лагерь я должен сам спиздить. Ох, проблематично там как. Интересный ты персонаж, ля какой. Крадется, да? Этот чел баском не крадется. А, он уже на границе. Ну да. Зачем музыканты здесь, конечно. Желтый, может, ты будешь что-то это? А, меня Ларко спиздит. А меня второй Челбас. Правда, он на полручика как-то. Все. Жопу сел на жопу. Попущен рак. О, все, пиздус. Благо, я еще город хорошо не застроил. Ой, сука, город. О, у меня есть идея. Над танком нахуй. Кул. А, thank you. Чел шахта оберегает обелиск вью. Куда пошел? Чё за херня? Ну стоять. Все, допрыгался. Так, а где мой ковчег? Это что еще взрывается тут? Что это такое? Союзный город в опасности. А, можно чуть-чуть энергии? 100 штук, пожалуйста. 3. Кому? Мне, фиолетовому. Так, спасибо. Ох. Опа. А что это решили законтестить, сударь? Всё, пиздим его пока. Вот так пиздим. Мне ещё пиздили надо, блядь. Как ульта так быстро? Help! Желтый хильни! Да. Да, блять, нету. Что значит нету? Он на меня потратил. Пакость. Ну, а я всю армию проиграл. Малыш. Cool. О, спасибо. Я думал, кто-то мне баф дал. Спасай положение, ёптерый театр. Я не хелп. Помогаю, у него пиздец похлеще.
Сейчас Сава отъедет. Надо пушку слить. Проблематично. Да не очень. Ковчег надо слить. Сейчас нужно великий нафармить. Не умирай. Все, слили нахуй. Ах, блять, он, сука, сзади пробрался, на ковчег его убил. О, хорошо. Живем. Ребята, мне ляпаса дают. Я же ни на что не намекаю. Синий, ты готов? Нет, у меня ничего нет. У меня ковчег пиздит. Помоги, у меня ковчег пиздит. Блять, чем помочь-то? Отпизди тех, кто у меня ковчег пиздит. Я прям к городу сейчас выпишу по собачью. Все, зашибись. Ну, то, что ты видишь, что ровная моя? А, вот она шо. Смотри, куда он поставил. Не, нужно свои территории драться, так мы не выиграем. Надо ёбнуть у него казармы, иначе все. Это ульта? Это нужно обязательно, блять. У меня предел населения. Выебашься, сейчас попробую у него ёбнуть. Главное казарму ёбнуть. Вот этому плачу на ходу. Можешь подкинуть 100 тимони быстренько? Кому? Фиолетовому, срочно. Да-да, спасибо. Всё, ёбнули. Возвращаемся туда. Я у него приколюхи. У тебя цена ФК. Ой, это сил. Ой, игра не лагай. Кш-кш-кш-кш. А чё там, я тоже лагает? Нет, нет. Кш-кш. Алекс. Иди проказывай. Иди проказывай. Комбинейшн?
Или мне показалось? Ай, блядь. А-а-а, ловит. О, ну кто это или что? Я такое не хотел бы отпустить. Все, пиздец, мне там больше не приехало. Сука, вещи тьмы не хватает. Так, где у меня шаг? Прокачиваем. Вот, спасибо. Неожиданно. Как раз идол сейчас одну сделаем. О, нифига себе, зачем такое? Это не меня, наверное. Ты мне специально Тимони накинул? Зачем? А почему он захватывает, а не я? What the fuck? Сука, ну ковчег вообще не в ту сторону прёт. Дожа, помоги, фиолетовый дожа, помоги быстренько, быстрее, быстрее. Тыкни чем-то в дожа. Хорош. Нормально. У меня паук есть. Все, еще и лучки тут ему нахерачим. Вождя духов моего спаси, желтого. Смотри, чтобы не помер. Спасибо. Фига запуливают. Ля-ля-ля-ля. Пошел процесс. Давай что-то там мутить. Давай что-то мутить. Давай. Сейчас я ему пушечками нахерачу. Давай топчи, ты все дойди. Ну, не долезет просто. Долезет, веди, просто. Веди прям по нему. Спавлять сейчас ему струю. Он просто свалит. Он где-то что-то тут поставил. Пусть боится. Надо его что-то там ебать, он кажется, что-то оставил там. Гачибас какой-то, ля на него. Город отбивать идем? Синий. Какой? Следующий? Да, твой, который был. В смысле мой? Это мой есть, нет? А, у тебя три уже, да? Тогда защита пока. Кто там? Что? Я не могу, я занят, я разговариваю. Так, ладно. Домой. Damn, boy. Damn, boy. Я тут, конечно, мамаку чувствую. Я, кажется, еще раз ковчега лишился. Не, вообще надо вперед продвигаться на этого, на красного, задушить бы. Ну давай попробуем посливать армию. Ну, а я вообще без паука теперь. Что-то он сам, по-моему, справляется с этим.
Блять, у меня энергии нет. Да что, я занят разговором, не могу открыть. Купили малый город, кого? А чё, к силам нафигели, что ли? Я не знаю, но ему ещё нет. Там к силам чел нафигел на красном, надо душить. До конца. Ля-ля-ля, поднял. Носи ноги, парус. Я тут команду, надо чуть-чуть зайти. Дашка, прям все. Давай сломаем город и уйдем, или что, или как? Или просто свалим? Я там справа помогаю, а что будет отождем? Да можно дошить, у него ничего нет. Ты можешь как минимум просто одного героя отправить на помощь и все. Ёперы театр, кто ему дал бы ковчег? Хотя я знаю, кто дал ковчег. Так, блять, подожди. Там Ксил перепризывался. Ой-ой-ой. А все? Чего? Уйди. Ха, даже красный пошел ему помогать, блин. Я свалил. Что происходит? Почему у меня в центре город? Надо добить, слышишь? Добивай. На нем чума. Сейчас дур. До конца. Слишком близко к городу подошли. Он по нам в город еще фигарит. Надо отойти. У меня еще паук сейчас будет. В
Смотри, добей этот ковчег. Пойдем, 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 что ты уходишь? Оранжевый ковчег добей. Эх, не успел нигде включить мне. Я пакость вызвал. Ну да, перебой с погодой. Так, мне нужно 100 тимоний и 300 энергии. Фиолетовый? Да. Вести. Да, да, да. Ой, какая же это смерть. Мечта наступить. Если бы кто еще помог бы. Сейчас смерть призвана. Отступай, синий, отступай, пизду. На ульты Геры этот энергии нету, так что мы ничего не сделаем. Че, у меня почти два куска денег. На второго паука. А, у меня еще элементаль в костре. Дэм, бой, это что такое? Сейчас я мобхаб куплю. Не вылетай. Ёбана. Ох, блядь, чё так... Жёлтый, нормально там? Город нейтральный стоит, все рядом. Что-то не забираешь. Ты готовься дуже сливать. Как-нибудь. У меня красный выпернулся. Ах, блядь, сейчас сила сольёт. У меня сила слили. Почему, почему сила так бежит агрессивно? У меня какой-то стул есть. Буду есть. Ну, это ты кастуешь? Чё я кастую? Ничего не кастую. Нет, это чё, чё так силка стала страшная, я не выкупил. Саву еще где-то там. Блять, хотел сказать, спасай шок, но понял, что все пиздец. Красного минус лицо. У меня мобхак качается. Видите? Все, опушку слили как минимум год. Легче будет оборонять. Или он так слил что-то? Сами.
Ты Герач мне своим поможешь? Там он вообще погнал все ориентироваться. Ну, а потушили дракона. Стрим снайплю. Короче. Короче, красного, вот у красного несколько стражников, и все, больше ничего нет. Оранжевый призывает дожа. Желтый, пошли красного убьем. Просто снесем его, у него ничего нет. У него герч стоит один, ксил, тарелка летающая. И он святилище построил, и сейчас ксила призовет. Но у нас тут же оранжевым хуёво. Что-то есть у тебя? Оранжевый, потому что это, блядь. Ну а что класс, делать? Который дух пределов ушатал. Что-то летательное, дай туда, блядь, на помощь. Да так мы... Чел! Я могу, конечно, всех драконов выкинуть. Но это сейчас ему леща давать, у него ничего нет, у него ксил призывается. Что-то как-то не очень. Ну ладно. GG. Короче, помогай, хуй знает. Я не знаю, у них дохуя. Я вот сливаю. Вот. Да не надо ливать, уйди пакать. Мы официально слились. Почему? Ну, непонятно что ли. У меня уже сливает везде. Что поделать? Нет. Мне еще грибы нартают. Да ёб, не вылетай. Шок, можешь жахнуть хорошенечко? А, все. Не наигрался, что ли? Колос, ебаный, могу... что тебе вылетает-то? Я не могу закрыть ошибку. Системное прерывание. Круто. Колос, скачай ты, блин. Что-то о. Все вылетел. Нет. Я эту армаду не смогу тупо остановить никак, просто физически никак. Я тебе дракона прислал. Да-да-да, но это не поможет. Это золото уже. У меня еще денег нету, энергии, то есть. Не украсно всех челов. Я стоптал.
А все пиздец. Если в начале игры хотя бы хоть что-то было, то потом уже пиздец начался. Мы всрали, потому что Ларкос уже все этот. Против него воевать просто нет смысла. Все, моих шахтеров начали пиздить. Все, кидаю фиолетового нахуй, короче. Пиздец. Слизь. Был дракона покупать. Ой, я лох. Не заруинил. Надо был дракона покупать и съедать красного. Хватит вылетать. Все, да. Найс. Че за рофу? Все, ты здесь. Тинейджер системы прерывания. Ну все, пошел вам, блин, предел во плоти, блин. Ты уже не осилишь, тебя, блядь, сжимает как тиски. Слишком много макро. Я тебе предлагаю идеальный вариант, как остаться потом в живых. Просто сдаться. Ну все, Левай, go next. Че, давайте, как я предлагал катку. Какой я интересный. Не хочу уже такую катку, мне все задолбало. Да, классно будет. Так хоть не издыхаешь, как от пределов. Интересно. Предел, да Ларкос это два предела, блин. Это еще неизвестно. Это какое-то, блин, божество, блин, воплотило. Видимо, какое-то супер божество, блин, флотов. Просто я не все города. Мы не все города взяли. Ресурсов меньше. А, ресурсов меньше, блин. Я не понимаю, почему ты центральный город желтый не взял? А потом что, наверное, потом оставил? В смысле, когда на потом? На Новый год? Ну так, самый вкусный последний. Я центральный город. Ну, это был мне на центре садиться за Алинов. Качать ну, третий. Блин, его армии хватит. Бля, лесу вам отдавать. Вот тебе напоследок. Как сказал
Царь Скорпионов, живи свободно, умри достойно. Ему. Ну, то, что мы, блядь, умерли прям достойно, прямо, так уже не этот, уже не удивительно. Ему еще видишь, подарили ковчег. Дело в шахтах, в городах, в добыче. Дело не в ковчеге, дело именно в ресурсах распределения. Вот сколько ты войск можешь я строить, знаю, настолько у тебя будет ближе к победе. У нас просто мы города, два города оставили. Ну я их не брал. Потом. Ты второй город взял бы, да? Потом как-то я не знаю, у нас такие расы, что продавливаются вот кутлы, продавливают алинов. А там Винч вообще всех продал. Там без вариантов. Они до определенного уровня развились, и все, пиздец. У них за спиной ресурсов дохуя добывается. Никак это не зарейдить, ничего, я не знаю. Можно было, но это, блядь, слишком сложно, мне кажется. Все. Единственный нейтральный город остался, блин. Да? У тебя еще птичка осталась. Угу. И око. Угу. Все. Остальное все спиздили. Посмотрим. У них там, видишь, просто даже по ресурсам. Ну, как вот только планку выше нас переходит, все считай, меньше делать. Да. Ой, клевер, ну заколебало вот это твой лагерь.